разомнем через сало. Через сало разомнем. Был в Таганроге, только приехал туда-назад. В целом где-то 400 километров дал в течение дня. Посмотрели, чем занимаются местные жители. И хватя, и будя. Некогда позаниматься. То все, то пятое, то десятое. А сейчас приехал, все. Не завтра, сегодня. Хотя бы разомнусь. Разомнусь, хотя бы разомнусь. Хотя бы разомнусь. Двадцать пять килогерц. Почувствовалась нагрузочка. Три подходика сделали.
Ну, еще один. О. 30 килогерц. Отлично, а, отлично, и памп, и все, аж заболели, отлично. Фух. С двадцаточкой еще подход сделаю, заминочка, так сказать, хорошо. Хорошо так, Леночка. Наш знаменитый тяж Василий Иванович Алексеев рассказывал, что как-то в Феодосии на сборах он застудил колени. И вот с помощью вот этого вот упражнения, говорит, две тренировочки сделал и все ушло отсюда, все боли. То есть залечил. Упражнение прекрасное для коленей. Нагрузки сжимающей нету, чтобы кость о кость терлась. А все на таком растяжении и сокращении. Ну и мы полечимся. Закончил, отлично, заминочка. В чем особенности этого станка? Вес пошел, пошел, пошел. А смотрите, как на голеностопе прокручивается валик. Раз и прокрутился. То есть он ничего не натирает. Раз. И у вас ножки будут целые. И плюс вот она давит. То есть здесь не так вес ощущается, здесь не так, а именно вот здесь вес ощущается по полной программе. Когда надо сжать. Рекомендую, особенно людям с больными коленями. Сделаем еще два упражнения. Обязательное причем. Это жим лежа или дожим лежа. Как пойдет. И пузо. Вначале разомнемся, а потом попробуем. Да, как-никак за рулем 400 километров. Целый день туда. Опять сказывается. Ну, посмотрим, что и как будет у нас.
разминаем. Землёжа в валенках. Новое слово. На старый лад. Еще подходим, сделаем. Есть. Да, колышет. Возраст, езда отражается. Поэтому фанатеть не будем. По десяточке набрасывать. А по пятерочке жать. Еще разок сделаем. Все-таки разминаться дольше надо. Другое дело. Сюда. Ну, еще один подход сделаем. Ну так. Ну, посмотрим. От 3 до 5. Фух.
Сердце призывно забилось. Ну, примерно 2-3 раза. 2-3 раза 85. Фух. Нету свежести все-таки. Дорога забрала. Внимание, свежесть, силы. Вроде бы особо ничем не занимался, а? Нет сосредоточения такого. Хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!